дышу вальсом, не во сне. Льется музыка цветов, все понятно мне без слез. Ароматом опьянеет, сладким запахом прельщает. Краски яркие горят, словно вышли на парад. Наслаждаюсь я видением, ах, какое наслаждение! Теплый ветер набивает, вальс цветов в саду играет. Петр Чайковский, вальс цветов, исполняет дуэт пианистов Полина Миронова и Филипп Анисимов, преподаватель Кислинского Людмила Владимировна. Thank you.
Наш концерт продолжает ученица 4 класса Мария Цуренкова, клуб Дебюсси, «Маленький негритенок». Композитор посвятил эту пьесу своей маленькой дочери Эмме. В произведении изображен маленький веселый негритенок, который танцует и поет песенку. Главным выразительным средством становится синкопированный ритм с неожиданными ударениями и акцентами на слабой доле. Джазовый ритм пронизывает эту фортепианную миниатюру. Thank you.
Какая песня без Ваяна? Слова, написанные известным актером Олегом Анофриевым, знакомы всем, кто любит народные мелодии и музыкальный инструмент, который издавна называют душой русского народа. Любовь к гармонии люди выражали в пословицах и поговорках. У гармошки свой язык, с гармошкой работа спорится. Гармонюшка, матушка, лучше хлеба батюшки. Иногда без гармошки, что за обедом без ложки. Легкая дорожка, если есть гармошка. Бери гармон в руки, и не будет скуки. Гармонь не огонь, а разогревает, говорили в старину. Юрий Гаврилов, «Колобок», исполняет Безгалов Филипп. Вариации на тему Никола Паганини. Thank you.
пианистов Елена Андреевна Беклинева и Галина Алексеевна Козлова. Морец Машковский, испанский танец, сочинение 12, номер 4. Изящный инструмент поднес рубам, и раздался звук летящий, так способна лишь труба. На сцене наш новый преподаватель по классу трубы Андрей Евгеньевич Луговой.
цыганские мелодии в обработке Эдварда Тинишина. Венгерский танец «Чартыш» – он обошел весь мир. А по-венгерски «Чартыш» – не что-то, а трактир. Он был простонароден, но всеми стал любим. И венгры, и цыгане гордиться могут им. Известно всему миру, народный танец стал, и во дворцовых залах нередко он блистал. Есть в «Чартыше» лиричность, и пламенность есть в нем. Задумчивость навеет, и вдруг обдаст огнем. На сцене дуэт пианистов Полина Миронова и Людмила Владимировна Кислинская. Йоганес Брамс. Венгерский танец номер один. Соль минор. Скрипачей «Ноктюрн», руководитель Марина Юрьевна Иванайс, концертмейстер Виолетта Андреевна Библиёва.
аккордеон, далекий брат органа он. Мириады звуков новых пространство наполняют снова. И эта музыка, как сладкий сон, в ней наша жизнь и встречи, и разлуки. Люблю, когда звучит аккордеон, и сердце завораживает звуки. На сцене Злата Юнусова, композитор Евгений Крылатов, прекрасная далекая. Дуэт преподавателей Галина Алексеевна Козлова и Людмила Владимировна Кислинская. Виктор Караваджо. Забытая токката. Thank you.
я понял блюза алгоритм. Душа и ритм, душа и ритм. Все очень просто в самом деле. Сначала медленно качели, меня несут то вверх, то вниз. Вот в верхней точке я завис и плавно полетел, поплыл, не шевелясь, не тратя сил. Александр Виницкий, блюз ми минор, исполняет Филипп Левчук. Саксофон. Александр Розов. Вальс. Исполняет дуэт саксофонистов Самадай Дарья и Василий Вакира. Концертмейстер Людмила Владимировна Кислинская.
музыка шумная, скорость безумная. Ты нас попробуй остановить. Громче, громче, непременно. Пусть играет тарантелла. Столб огня взовьется в небо. Извержение, тарантелла. Эдуард Герман, тарантелла из цыганской сюиты, исполняет дуэт пианистов Филиппа Мисимов и Галина Алексеевна Козлова. Thank you.
преподавателей Александр Анатольевич Полицын и Андрей Евгеньевич Луговой. Дюк Эллингтон. Караван. Александровна. Частушки.
спорить, нужна ли музыка в жизни людей. До такой степени она слилась с нашей жизнью, вошла в каждый дом. Мы с ней рождаемся, мы с ней идем по жизни. Прекрасной музыке звучание поможет нам в печальный час. Минуты страха и отчаяния она как друг поддержит нас. Когда от счастья мир закружится и ноги пустятся вдруг в пляс, мы сердцем обратимся к музыке. Такой вот сладостный альянс. Спасибо за внимание. До новых встреч!